Завтра краевые участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления от избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения. Напомним, отдать голос досрочно на этих губернаторских выборах нельзя, но благодаря механизму «Мобильный избиратель» проголосовать можно не только по месту жительства, но и там, где в данный момент находится человек. Это удобно для тех, кто постоянно перемещается из-за учебы или работы. На сегодняшний день желание голосовать по месту нахождения изъявили почти 4000 человек. Они предоставили соответствующее заявление в многофункциональные центры и территориальные избирательные комиссии. А с завтрашнего дня такие заявления начнут принимать и все УИКи края. ТИКи не прекращают свою работу в этом направлении. Они также продолжают прием заявлений в общем режиме, если это удобно избирателю, до 5 сентября включительно. Но дополнительно уже с завтрашнего дня по месту жительства избирателя, по месту его фактического нахождения к приему заявлений подключаются и все участковые избирательные комиссии Алтайского края. К слову, УИКи принимать заявления будут дольше, вплоть до 8 сентября.